Всем привет, с вами Толя Ник. Сейчас я еду на дёрт. Взял лопату, байк. Там подъедут чуваки, я сейчас поеду на дёрт. Спрячу лопату и поеду набирать баклажки воду, чтобы возобновить трейл к своему дню рождения. Чтобы все было покрасиво. Ну вот я уже на дёрте, я сделал больше скамейку, тут нету прохода. Я решил тут сделать цивилизованный проход, потом там ступеньки, все почистить более-менее. Потом сгонять за водой, возобновить трейл. У нас вот такая новая темка. Столик чуть подреставрировать. Вот тут вот те темки. И будет нормально. Вот мы начинаем восстанавливать этот дёртик. Сейчас его польем водичкой, начнем кидать землю, разместим глину, потом это чуть подделаем, и будет то, что надо. Женя с какой-то жопы приехал. А где Илья? Я дома. Илья? Я дома. А что он дома делает? Он уехал уже на маршрут. А ты что не уехал? На маршрутке ты что не уехал? Не пустили? Хреново. Надо быстро от приземку. Мы чуть сделали вылет, срезали его и вывели радио. Я приехал. Понятно. Сейчас Поля, чуть срежем. Чуть поближе, чтобы вкатывалось нормально. Тут, скорее всего, будет мини-ролл и будет то, что и надо. Вот мы уже все достроили. В принципе, но надо будет еще там прокачивать. Тут типа такой, ну, мини-ролик, но это даже я бы не назвал роллом, просто... Так, сделали поплавнее радиус. Приземку чуть вот она подвинута. Прям долетается идеально. Вылет. Такой вылет чуть подвывели. Ту сторону там чуть накидали. И нормально. Только его долететь, конечно, сложно. Надо, как только приземлился, надо вжимать это все и вылетать. Это нормально. Давай, Илья, спрыгни. Почти. We aware, came a long way, still walking.